Так, ну что же, дорогие друзья, продолжаем мы играть в метро, да, Мельник? Продолжаем играть в метро. Ну и короче, да. Продолжаем играть в метро. И надеюсь, у нас все будет супер. Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт. Да, я думаю, мы сейчас молча найдем. Сейчас, наверное, самая запаристая часть — это библиотека, всякое вот это вот чудо света. Ё-моё, здрасте. Давно не Что у меня есть? У меня есть эта штука, эта штука, эта штука. Крыса. Так. Говорят, если поошиваться, можно найти много всего полезного. Чуть пока ничего полезного прям не вижу. Дурак, что ли? Аккуратней будь. Так, ну и чё тут? Ах. Весело и обалденно, я понял. Еще попробую живым наберись. Новая заметка. Она предлагает мне патроны за то, что я спас ребенка. Решение совета стало для меня ударом. План Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправился вверх. В город искать коммент. А, вот. Рейнджер называет свою базу Спартой. А себя то ли в шутку, то ли всерьез спартанцами. Они действительно похожи на настоящих спартанцев. Готовы погибнуть, но не сдаться. А еще они также малочисленны. Каждый из них закаленный боец, который стоит десятка обычных солдат. Но все же их слишком мало для того, чтобы вести настоящую войну или противостоять легионам черных. Поэтому то, что предлагает Мельник, единственный выход. Найти уцелевшую ракетную часть, провести ракету в боеготовность и выжечь гнездо черных дотла. Если нам удастся это сделать, наши потери будут минимальны. А моя родная станция и все метро будут спасены. Кажется, идеальный план. Но что-то беспокоит меня. В нем есть какой-то изъян, что-то неправильное. Не могу отделаться от ощущения, что мы совершим какую-то ошибку. Молодцы, конечно. Так, давай. О, блядь, началось, да. Можно же я просто проползу, да? Ну да, вперед. Че это за херня? Thank you.
совсем ебанулись. Совсем люди охренели. Еще какие-то рыбы у них тут плавают, ё-моё. Так, не надо туда, я скажу сюда. Есть патроны, это хорошо. О! Блять, ну заебись, я такими методами. Вообще помру. Чё-то вот когда давно долго не играешь, да, понимаешь меня? Когда вот долго не играешь, у тебя начинается вот такая дичь происходить. Так, а мне что, наверх все-таки? А, ну да, смотри-ка. Все-таки наверх. Нет, ну надо делать. Так, вот и это место. Да, вот вход в библиотеку. Коты паршивые. Куда поскакал? Да блять, я вообще по тебе попаду. Не бать их тут, конечно. Да, блядь, неэффективно нихуя. Ну, блядь, давай, кто это? Давай, кто дальше, блядь. Не, ну я просто офигеваю. У меня, пипец, они противогаз помяли. Скотина. Ты, блядь, умрёшь или чё? Ты где, ебать? Ты где хоть? Держать круг! А, вот ты где. Давай, поддержим круг, окей. Сзади пиздует собака. Да ты, блядь, сдохнешь. Блять, еще не подыхает. Сзади. Вот скоты-то, а. Блять,
Ебать. Мне, конечно, много в этой серии сейчас достижений как-то выдадут. Так, ну... Блять, ебать ты ебанул. Патрон скоро кончится. Все до единого на этих псов. Ну, секунд. Наконец-то, вот ты где. А мы уже волновались. Помнишь, что надо делать? Нам нужно попасть в военные архивы, а не где-то под главным залом. Ладно, хватит морозить себе пушки. Пойдем внутрь. Пойдем, пойдем. За мной, ребята. Угу. Данила, стой на стрёме. Мы с Артемом пойдем проверим зал. Давай, Данил, удачи. О, противогаз новый, это хорошо. Хотя более-менее. Сука. Артём! Открой её как-нибудь! Долго нам не продержаться! Когда же не угомонятся? Зачем это они? Блять, ну это пиздец нахуй. Открыть-то. Ай, блядь. Так, и как мне это... открывать. Так, ну я понял, мне, наверное, надо как-то тут еще пройти. Вот же и... фигня, да? Блять, ну это пиздец. Так. Да, пробегаем, пробегаем, пробегаем. Ты ж, сука. Сейчас я открою, пацаны, сейчас. Сейчас, пацаны, немного. Ну, блять, там кто-то был. Так, сейчас, пацаны, сейчас. Так, что тут дальше-то делать, а? О! Отлично. О. Никуда не уходи, стой тут. На обратном пути мы тебя заберем. Шутка. Окей. Чуть-чуть, и они бы нас в клочья разорвали. А ты хорошо поработал, Артём.
Так, окей, двигаемся дальше. Артём, иди-ка глянь. Так. Чё, закрыто? Давай открывай, обратно. Артём, проверь кабинеты слева. Возможно, сумеешь отпереть двери с другой стороны. У тебя неплохо получается. Так, ну и чё тут? Фигня. Фигня. А, вот сюда, ё-моё. Все понял. Так, тут какие-то замесы уже были. Это откроется. Так. Фильтр. Мне в какую сторону идти? Угу. Вот оно в чем дело-то. Отлично. Чё, жопа? Не пугайте, пацаны, не пугайте. Да это закончится когда-нибудь или нет? Господи боже. Да. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Да. Библиотекарь. Библиотекарь. Артём, слушай внимательно. Библиотекари – одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь, не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя. У них есть одна особенность. Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной, тебе конец. Если они начинают нервничать, отходи спиной, не спуская с него глаз. А выстрелишь, вообще больше ничего не увидишь. Ага. Блин, ну Данька-то не трожь. Данька не трожь, мразь. Не трожь Данька, сука. Данёк, блядь, нет. Блядь, Данёк. Он все еще
отнести его в полис. Прости, но карту тебе придется искать самому. Вот схема помещений. Вход в военный архив находится где-то на первом этаже. Туда ведет дверь, в которую убежал библиотекарь. Мало времени остается. Скоро закат. Найди архив. Я вернусь, как только смогу. Хорошо. Погнали. Так, там эта мразь. Что за фигня? Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. Давай, библиотека, погнали. Да ёбаный тебя рот. Хуй тебе. Блять, нет! Что мне делать, брат? Ебать ты! Ебать, он жесткий, конечно. Наедине с ужасом. Это что там? Ребят, это что там? Да ебать тебя в рот, сука! Я снова был. Это что-то, пацаны, это просто что-то. Блин, да хуй с тобой, мы это уж прошли. Блять, а как дальше-то с тобой? Я снова был
наедине с ужасом. Да, братишка, иди к тебе в пизду. Блядь. Давай ты не будешь. Да неужели? Ой, блядь, как же тяжело с вами. Вы такие ебалаи. Ой, иди-ка ты нахуй. Да ты... Вот пидорас, конечно, а? Ебать ты, пидор. Так, ну так и было задумано. Фух. Сохранить хотя бы. Да неужели сохранение прошло? Конечно, сложно. Блять. Да иди-ка ты в пизду, а. Сука. Какой же он, конечно, сучонок, блять. Иди нахуй. Хуя ты буйный.
блядь. Не, ну ты вообще, блядь. Сука, что за пидор нахуй? Меня тут нет. Отлично. Отлично. Ну ты негр. Блять. Ты... Опять я в эту дыру ебаную провалился из-за тебя. Ой, заебал. Ой, заебал ты меня, сука. Ебать он, пидор. Это, понимаешь, это что-то. Вот я от тебя спрятался. Вот ты съебался, вот я пробежал. Я от тебя съебался. Гнида ты. Тут будет у тебя пизделка, нет? Блять, ебать нахуй миссия. А, иди в пизду. Уходи. Блять, пизда. Пиздец. Чё за пиздец? Это что-то. Так, да иди-ка ты в пизду. Сам вали отсюда. Да ну, добрался, нет? Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Ладно, дорогие друзья, с вами был Тутемпаут. Потому что мне придется с вами сейчас попрощаться, потому что ясен пень, мы сейчас в архивах будем лазить очень долго. Поэтому, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до скорых встреч, всем удачи и всем пока. Ждите новые ролики.